Дорогие мои друзья, здравствуйте! Всем всего хорошего! Выключи. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня, даже добрый вечер, сегодня сейчас как раз вечер, и я готовлю на ужин салатик. Салатик называется парус. Из чего он состоит? Значит, я буду использовать куриную грудку, это грудка варено-копченая, кукуруза, морковь по-корейски, яйца вареные. Количество ингредиентов будет зависеть от вас, что вы положите, сколько вы захотите положить, какую чашку вы хотите сделать. У меня вот на сегодня баночка кукурузы, салат по-корейски, морковку я сама сделала. Для этого салатика нужна морковь по-корейски, поэтому я быстренько приготовила. Взяла одну грудку. Ты же уже говорила про это. Что, по второму кругу все? Выключай. Ты будешь сама его монтировать. Всем добрый вечер. Так как сейчас вечер и нужно поужинать, я буду готовить салат парус. Салат парус. Мне он очень нравится, этот салат. Мне тут так веселит оператор, он сказал, что он продюсировал это видео. Я не могу. Парамоу Продакшн представляет. Хорош, короче. Салат парус, он состоит из паруса. Значит, что я буду для видео использовать? Для этого салата, вернее. Грудку варено-копченую. У меня она одна штучка. Шкуру, косточки я убрала. Баночка кукурузы. Жидкость я слила. Морковь по-корейски. Я ее приготовила сама. Здесь грамм 300-400, наверное. Одна штука. Это салат. И, значит, 4 яйца. И чипсы. Картофельные чипсы любые. У меня вот, не показывай, вот чипсы у меня лежат. Так, можно. Нет, надо рекламу показать. Ой. Рекламу прорекламируем, чипсы Лейс. Также будет у меня в данном салате майонез. Если вы хотите, чтобы он был более сытный для семьи, ну, чтобы вот подешевле он вышел, можно положить картофель отварной. Тогда он будет более сытный и подешевле выйдет. Сейчас, значит, я что буду делать? Я буду нарезать грудку. Я ее буду нарезать соломкой. Постараюсь, конечно, потоньше нарезать. Тут уж как получится. Тетенька, а ножик не пробовали намочить? Когда мы начали снимать видео, я товарищу оператору говорю, ты в мое видео не лезь, он говорит, ты только актриса, а я это все продюсирую. И режиссирую. Режиссирую, короче, он главный, оказывается. Захочет, меня уволит. И все. Я голова, ты шея. Потоньше называется. Ну, я думаю... Вы поняли. Да. Грудку, если у вас нет варено-копченой грудки, ее можно просто запечь в духовке. Или отварить, или пожарить. Это будет зависеть... Вот жирность вашего салата будет зависеть от того... Что вы сделаете? Если вы пожарите, естественно, будет пожирнее. А у меня вот она не просто копченая, она варено-копченая, но она не очень жирная. Поэтому... Ты уже как Юлия Высоцкая заговорила. Быстро-быстро. Бегать осталось еще. Да, кухня у нас, конечно, позволяет бегать. Но так как мы строимся уже много лет, у нас сейчас нет тут кухонного гарнитура, поэтому я по кухне не бегаю. 1886 года. Что? Строимся. Сковородки старинные, все такое. Ну попросила же. Ну не лезьте в мое видео. А знаете, по большому счету, ну вот не влияет же нарезка на вкус этого салата. Это уже наша чисто. Придумки всякие. Кубиком нарезать, соломкой нарезать. Зря ты так. Чем тоньше нарежешь, тем больше площадь соприкосновения с ртом. С
со вкусовыми рецепторами. Чем больше нарежешь или чем... Тем тоньше, тоньше, да. Mm-hmm. Поэтому вкус более яркий. Яркий и насыщенный. Более праздничный, да. Это же физики, закон физики. Вот что мы сейчас делаем. Лариса Витальевна, вы, наверное, в школе физику не учили нифига. Юрий Григорьевич. Сейчас я грудку, значит, поливаю майонезиком. Так. Моим любимым. Сейчас у нас тут за кадром состоялся жесткий разговор продюсера с исполнителем главной роли. Исполнитель главной роли заткнул продюсера и сказал молчать. Салат испортил. Вот я теперь и молчу. Следующий слой. Я кладу морковь. Выглядит. Я люблю готовить салатики. Одно удовольствие. Приготовил. Выглядит он всегда празднично, ярко, красиво. И кушать мне нравятся салатики. Сейчас я тоже это... Когда я готовила морковь по-корейски, я ее и масло мало клала, чтобы майонезиком этот слой полить. Так, теперь у меня... Мало. Правда. Так, теперь я, значит, что буду использовать кукурузку. Кукурузу я люблю, особенно сочетание курицы с кукурузой. Мне нравится кукурузу. Открыла десертная сладкая такая. Просто обалдеть. Наверное, я хочу кушать, поэтому я так восхваляю продукты. То морковь вкусная, обалденная. Кукуруза сладкая. Если вы приготовите такой салатик, вы порадуете не только себя. Ну и своего мужа. Сейчас я добавлю сюда майонезик. Ну, не многовато ли майонезика? Нет, это как ты любишь. Это... Он же очень сытный и калорийный. Почему ты будешь мало кушать? Предпоследний слой. Тертые яйца. Я их тру на мелкой терке. Аккуратненько стараюсь поаккуратней выложить яйца. И последние штрихи. Вот этот вот слой последний нужно промазать майонезиком. У меня в таких маленьких пачках, здесь вот 150 было раньше грамм, а сейчас вот я не знаю. Наверное, так и есть. 149. Теперь... Что я буду сейчас делать? Я выберу, постараюсь выбрать. У меня не совсем чипсы подходят для этого. Желательно бы такие чипсы, как Pringles. Мне нужно для паруса выбрать. Якобы. У меня же салат парус называется. Ну, чтобы украсить. Вот так вот. Это не парус. А парусник, я смотрю, у тебя. Ну, парусник. И чипсинки бы покрасивше бы. Вот так вот их нужно воткнуть сюда. Красота!
Вот. Когда красиво, тогда и хочется попробовать. Парусник, да, у меня получился, как ты говоришь. Так, вот так будет у меня. И вот эти вот чипсики. Я сейчас их помну. Вот так. Ну, и я не совсем такую уж прям крошку мельченую. И вот так посыплю сверху. Я думаю, что этот салат вам точно понравится, потому что он мне очень нравится. А то, что мне нравится, я готовлю с удовольствием. Ну, украсит любой праздничный стол. Сейчас я, конечно, все тут оботру. Так, готов. Украсила петрушечкой последней уже, совсем последней. Что хочу сказать? Осталось его только покушать. Пожелаю всем приятного аппетита. Готовьте такой салатик, вам очень понравится. У меня уже слюнки бегут. Ему можно дать настояться. И тогда он будет еще вкуснее. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока, до встречи! Супруга мне тут предложила протестировать салат, попробовать и высказаться, свое мнение высказать. Очень вкусно. Передаю всем привет постоянным зрителям нашим. Не знаю кто. Ну, например, в этом видео хочу поздравить кого-то. Передать привет Диме Рунову. Привет, Дима. Все, остальным всем пока. Всем пока. До встречи.